Здравствуйте, с вами дежурная по театру Мария Прыскина. И для вас самые свежие новости Ульяновского драматического театра. Полным ходом идут репетиции спектакля «Оскар и розовая дама». Масса Андреевна уже тут как тут. У нее лейкемия так же, как у меня, но ей лечение пошло на пользу. Я играю мальчика, которому на жизнь остался определенный отрезок времени. Но суть в том, что он знает, сколько ему осталось. Мне кажется, что это больше, чем пьеса, потому что я обозначаю жанр спектакля как разговор со зрителем без музыки и антракта. Там нет театрального света, там нет декораций, там нет ничего, кроме артистов. Кроме артистов и текста, который они произносят. В День защитника Отечества в Ульяновской драме покажут спектакль «Возвращение» под одноименной повести Андрея Платонова. История отдельно взятой семьи о войне, долге и верности. На вокзал! Отцу больше идти некуда. А тебя отец поцеловал? Нет. А меня поцеловал. Сюда и сюда. Просто замечательно роль работать в этом спектакле. Нет, я не актер, потому что у меня нет образования, ничего у меня нету, я просто помогаю. И все у меня друзья в школе говорят: он в театре работает. Я говорю: нет, я не работаю. Нет, и я только помогаю. Спектакль «Возвращение» в постановке заслуженного работника культуры России Натальи Никаноровой в 2016 году стал лауреатом Международного театрального фестиваля «Русская классика. Страницы прозы» в Самаре. Внимание! Мы прерываем наш выпуск для экстренного сообщения. Ага, здрасте. Да? Ты что? День рождения? День рождения? Где? Где найти гармонию, если ты сам расстроен? И в ком боль? В ком боль не подчинена рассудку? Маленькое чудо вселенского масштаба. Сохрани свою иронию ко всем серьезным вещам. Меня это очень вдохновляет. Я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего и чтобы ты никогда не забывал текст. Я желаю тебе цвети, расти. Будь счастлива, радуй нас всех своим озорством, своей игрой. День рождения у Ивановой? Наденька, солнышко, радуйся. Радуйся всему, что ты видишь, радуйся жизни. Ты умеешь это делать и делаешь это замечательно. А самое главное, что ты даришь эту радость нам. И за это тебе огромное человеческое спасибо. Надя. Будь. Ты что, олух? Палок захотел? Мало тебе того, а? Когда я страдаю, ты философствуешь. Чтобы ты была известна как Мерлин Монро. Чтобы ломились залы и не было билетов за полгода на твои спектакли. Маленькая моя, девочка моя. Моя дюймовочка, моя Наденька. Надя, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе больших творческих успехов и чтобы у тебя в жизни было все супер. С вами была дежурная по театру Мария Прыскина. До новых встреч!